Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики, рад новой встрече с вами. И сегодня я хочу продолжить разговор, который я ранее поднимал, поскольку получили подтверждение моих выводов, исходя из ситуации сегодняшнего дня. Завтрашний день в Токио, день закрытия Олимпийских игр, но сегодня уже понятно, что Казахстан закончил свое выступление. И больше поступлений каких-то наград за те соревнования, в которых принимали участие наши спортсмены, в копилке Казахстана не предвидится. И всего 8 в общей сложности наград, все они бронзового достоинства. И как сегодня уже говорят многие спортивные обозреватели, функционеры от спорта, что данная олимпийская программа в Токио была полностью провальной для Казахстана. Я думаю, что в этом есть какое-то рациональное зерно, но самое главное, чтобы чиновники от спорта не скатились на уровень обвинений только спортсменов в том, что они выступили достаточно ярко, красиво и не выложились полностью при выполнении каких-то определенных спортивных состязаний на Олимпийских играх. У нас очень быстро могут расправляться с людьми, приклеивать ярлыки. Мне в этом плане понравился наш спортивный функционер, председатель комитета по делам спорта и молодежи Сапиев, который сказал, что просьба не обвинять спортсменов, они были на пределе своих возможностей. И могу сказать, что это действительно так. К примеру, участница Олимпийских игр, которая участвовала в тройном прыжке, Ольга Рыпакова, она превзошла свое достижение на этом этапе. Впервые показала такой результат, но этого оказалось недостаточным для того, чтобы продолжить борьбу за медали на Олимпийских играх. Поэтому я считаю, что, в принципе, исходя из предыдущего моего сообщения, ролика, это закономерное явление, поскольку в Казахстане сегодня сложилась очень тревожная ситуация с развитием массовых видов спорта, физической культуры и спорта, массового спорта, производственных коллективов, развития спортивных состязаний, воспитания спортсменов. Все наши спортивные залы, все фитнесы сегодня платные, и нет тех специалистов, которые ранее ходили по школам, по общеобразовательным, по специализированным школам и подбирали детишек, которых потом воспитывали в том или ином виде спорта, к которым они были склонны. Все это сложилось только потому, что в нашей стране родственники Нурсултана Назарбаева, главы нашего государства и его ближайшее окружение заняли не только лидирующие позиции в государстве, в экономике, ну и в спорте. Когда родственники Нурсултана Назарбаева возглавляют Олимпийский комитет, а он там расставляет всех своих людей, которые по направлению ведут свою работу по развитию олимпийских видов спорта, которых сегодня насчитывается 33 вида спорта на летних Олимпийских играх, которые были разыграны в Токио, то, естественно, нет никакой конкуренции, и застой, и дальнейшее развитие не получается. Практикуется мощная программа привлечения варягов, так называемая натурализация, и эти Олимпийские игры не были исключениями. Было натурализовано 11 спортсменов, но двое из них, к счастью, стали бронзовыми призерами. Это наши штангисты, которые стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Токио. Но львиная доля этих натурализованных спортсменов – это были спортсмены, которые играют в теннис. И, естественно, президент Федерации тенниса Булат Утимуратов, казахстанский миллиардер, имеет возможность приглашать сюда варягов, которые могут принимать участие за деньги, не имея никакого патриотизма по отношению к Казахстану, хотя они и получили казахстанские паспорта, но для галочки, для того, чтобы они имели право выступать за сборную команду Казахстана на Олимпийских играх.
Никто из них, из теннисистов, не показал каких-то выдающихся результатов. И последняя теннисистка проиграла свой матч украинской спортсменке за бронзу. И все они просто совершили поездку в Токио и возвращаются, несолоно хлебавши, грубо говоря. Все казахстанцы, конечно же, ждали яркого выступления наших боксеров. И, как сказали руководители и тренерский состав, что на соревнования по боксу поехало 9 боксеров, и из них двое только завоевали бронзовые медали, это капитан команды, и еще один наш спортсмен завоевал бронзовую награду. Это, конечно же, для казахстанцев, для боксеров Казахстана, это неудовлетворительное выступление. На всех Олимпийских играх никогда боксеры не оставались без золотых, серебряных наград. И это было приятно. Все понимали, что есть какая-то преемственность, что боксеры будут показывать выдающиеся результаты. Но было на что опираться. Из 64 наград, которые были завоеваны с 96 года по 2016 год, я не беру во внимание награды 2020 года, хотя игры проходили в 2021 году. 4 награды были аннулированы по допингу, вы помните, это Лондонская Олимпиада и Олимпиада Пекина 2008 год. По допингу 5 медалей были аннулированы, но все это были медали штангистов. И боксеры на этот момент завоевали 22 медали. Из 60 медалей, которые, в общем-то, получилось, что наши спортсмены завоевали, 22 медали приходится на боксеров. 17 медалей приходится на борцов, но олимпийское золото борцов всего было один раз. Это был Джексалы Кушкемпиров, который получил звание олимпийского чемпиона. К сожалению, он недавно скончался. И как видим, что на летних Олимпийских играх всего периода с 96 года по 2020 год задавали тон наши боксеры. Штангисты, конечно, тоже показали неплохой результат. 15 в общей сложности медалей. Из них 6 было золотых, но минус 5, которые аннулировали, получается 11 медалей завоевали штангисты. То есть 3 вида спорта – бокс, борьба и тяжелая атлетика – завоевали более половины всех медалей, которые получили наши спортсмены на всех Олимпийских играх этого периода времени. Хочу отметить, что действительно руководство Олимпийского комитета и федерации по направлениям уделяли не так много внимания. Я сужу даже по тому, как все проходило в гимнастике, где наша звездочка Милан Кареми, который стал очень известным сегодня гимнастом, в одном из своих интервью пожаловался, что невозможно в Казахстане заниматься таким видом спорта, как гимнастика. Единственный зал Академии физической культуры и спорта Республики Казахстан, в котором летом в зале практически вечернее время ничего не видно. И как выразился Милад, что чуть-чуть промахнешься, можно получить травму. Я вообще был шокирован, почитав это интервью его. Сказал, что нет врача, когда мы тренируемся, никто нас не контролирует. А травматичный вид спорта всегда можно получить травму. Нет льда, который необходимо приложить сразу непосредственно к месту травмы. И я сразу вспомнил, как в 2004 году был у нас тоже своя звезда в гимнастике, который показывал очень хорошие результаты и был, я бы сказал, наравне со спортсменами из Российской Федерации. Это был Ернар Еримбетов. Когда мы его пригласили в Алма-Ату, в Акимат, спросили, что необходимо ему для того, чтобы он продуктивно тренировался в подготовке к следующим Олимпийским играм, он нам сказал, что нужно оборудование современная, которая сегодня нет в Казахстане вообще нигде. Я дал поручение срочно связаться с производителем этого оборудования. Это была Германская Республика, Германия.
Мы закупили, привезли это оборудование в пределах 100 тысяч евро. И мы передали все это оборудование в детскую спортивную школу, где занимался и тренировался Ернар Еримбетов. И сегодняшнее отношение к гимнастам, можно понимать, что это отношение к гимнастике в целом. Вот отношение руководства Казахстана, руководства Национального олимпийского комитета к тем видам спорта, которые могли бы дать нам прорыв на любых соревнованиях, в Олимпийских играх, чемпионат Европы, чемпионат мира и так далее. Но, к сожалению, отношение у них вот такое. И что меня еще поразило, он в своем интервью журналисту сказал: никаких условий нет. Когда мы требуем условий, нас начинают называть зазвездевшими и говорят: вы тренируетесь, завоевываете медали, потом мы вам все дадим. Как он говорит, что добились хороших результатов, а условий никто так и не создает для гимнастов для нормальной работы, для нормального занятия спортом. Зимой в этом зале, как выразился он, очень холодно, а естественно, холод для гимнаста – это не лучший товарищ, не лучший друг для занятий спортом, оттачивания мастерства в этом виде спорта. Я считаю, что в этой ситуации президент Олимпийского комитета должен пойти в отставку. Весь состав Олимпийского комитета, который допустил такой срыв в Олимпийских играх, должен уйти в отставку. И что характерно, тут я высказываюсь уже в адрес Международного олимпийского комитета господина Баха, когда Белоруссия представила кандидатуру сына батьки Лукашенко на должность президента Национального олимпийского комитета, Международный олимпийский комитет не согласовал кандидатуру сына Лукашенко на должность Национального олимпийского комитета. И вместе с тем такая двойная политика, избирательность. А почему же тогда в Казахстане Международный олимпийский комитет согласовал кандидатуру зятя Нурсултана Назарбаева на должность президента Олимпийского комитета? И я считаю, что вот такое отношение международных спортивных организаций к положению дел в Казахстане, оно нетерпимо в дальнейшем. Если подходить ко всем с одинаковой меркой, то точно такая же ситуация должна была произойти в Казахстане, и Тимур Кулебаев должен был быть отстранен от должности президента Национального олимпийского комитета. Но я уверен в том, что вот эти виды спорта, которые сегодня являются у нас забойными, их всего 10 этих видов спорта, которые за все время участия казахстанской национальной олимпийской команды в Олимпийских играх завоевывали медали какого-то класса от золотого до бронзового. Я думаю, что необходимо делать ставку именно на эти виды спорта в первую очередь и трансформировать, пропагандировать эти виды спорта, обеспечить массовое участие молодежи в занятии этими видами спорта. И в дальнейшем, я думаю, что будут хорошие результаты для сборной команды Казахстана по олимпийским видам спорта на следующих Олимпийских играх. Спасибо вам за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и делиться моим выступлением со своими знакомыми, близкими, чтобы как можно больше людей узнало всю правду о тех событиях, которые происходят в Казахстане на сегодняшний день. До новой встречи!